Кузя, мы сейчас точили с тобой кастрюлю супа. Ты что, не наелся? Вкуснятина. Блин, почему никто не додумался продавать кетчуп с майонезом в одной банке? Считай, банка кетчупа 50 рублей, майонез 30, а тут можно за 40 все сразу. Да, Кузя, офигенный бизнес. Купил майонез и кетчуп за 80, смешал, продал за 40. Видишь, как выгодно? Очень. Ты еще Сильвестру Андреевичу предложи. Замутите бизнес, разбогатеете. Потом спасибо мне скажете. Точняк. Спасибо тебе, Гошан. Я так и сделаю. Не поняла, а где суп? Мы с Гошей съели. Пипец, а о нас вы, значит, не подумали. Ну ладно, Алка, я же сосиски купил. А где они? Цукор, лимонный сик, дата виробництва, девиз на упаковании. Чё за непонятный продукт они туда кладут? Девочки, только не надо агрессии. Мы, между прочим, проявили благородство и оставили вам хлеб и майонез. Да, мельчают мужчины. Вон в средние века рыцари как-то посущественнее подвиги совершали. С врагами бились, турнир выигрывали, серенады пели в конце концов. Ну, видимо, какие рыцари, такие подвиги. Да, Тань, нам надо было родиться в средневековье. Ал, тебе туда нельзя. Тебя бы там сожгли. О, у меня троюродную тетку в кургане чуть на масленицу не сожгли. Конечно, все перепились, а она с чучелом фотографироваться стала. Извини. Алло? Привет, мам. Это мама. Зачем приезжать в Москву? У меня все хорошо. Уже в поезде? Ну, конечно, рада. Целую. До завтра. Мама завтра приезжает. Здорово. Я познакомлюсь с твоей мамой. Зачем это? Ну, знаешь, как говорят, хочешь узнать, какой будет девушка в 40 лет, посмотри на ее маму. Ну, рассказывай, как твои дела? Фу, упрела вся. Сейчас в метро у девочки видела платье балоневое, красивое. Давай тебе такое сошьем. Что еще-то рассказать? Ходили с отцом на концерт Коклюшкина. Я чуть не описалась. Ну, у тебя все нормально? Нормально. Ну, ты можешь посмотреть на меня и представить, как выглядит моя мама. Мы с ней один в один. Тогда я еще больше хочу с ней познакомиться. Аллочка, мой папа сделал предложение моей маме только когда увидел бабушку. Хм, потрясающая хрень. Дорогому Сильвестру Андреевичу от партнеров из Златоуста. Пап, привет. А что это? Новая форма у охранников будет. Полюбуйся, Саша. Партнеры подарили. Главное, я им Порш Каен, а они мне латы. Еще креативщики, блин, написали. Латы отковали. Мы им столько денег отвалили. Они нам латы отковали. Да, мельчают мужчины. Вон в средние века рыцари как-то посущественнее подвиги совершали. Пап, у меня к тебе две просьбы. Сразу две? Это прогресс, Саша. Встреться, пожалуйста, с Кузей. Он хочет с тобой поговорить. Саша, сынок, что, этому анаболику не с кем поговорить? Купите ему попугая. Папа, это мой друг. Ладно, ладно. Надеюсь, вторая просьба человеческая.
Яхта, Феррари, Ягуар. Пипец. Не, ну это просто пипец. Это пипец какой пипец. Ал, что такого, что они познакомятся? Ты что, мама стесняешься? Тань, я маму с вами не хотела знакомить. А Олег, он мужчина моей мечты. Ал, да что ты такое говоришь? У тебя замечательная мама. Она огурчики такие вкусные делает. Тань, он мне намекнул, что если ему моя мама понравится, то он мне сделает предложение. Огурчики, блин. Но почему в кино всегда у всех мамы красивые, а в жизни нет? Потому что это актрисы. Точно. А чё я парюсь? Нужно нанять актрису на роль моей мамы. И все. Тань, ты же у нас ходишь в театры. Мне нужны все, кто играет любовниц королей. А потом мы будем продавать эту смесь по 40 рублей и сказочно разбогатеем. Вот. Подожди, стероидная башка. Это ты что, мне сейчас бизнес предлагаешь? Не весь бизнес, долю. Я вообще бы все сам сделал, только у меня денег нет. Ну, вот это деловое предложение. А то я голову ломаю, куда деньги деть? Хорошо, что ты пришел, а то бы я вложил в нефть по глупости. И как у нас все это будет производиться? Какие предложения? Ну, все очень просто. Мы строим майонезный завод, рядом кетчупный завод. Ага, а между ними цех по смешиванию, да? А лучше завод. Точно. Блин, Сильвестр Андреевич, не зря я к вам пришел. Вы так рубите в бизнесе? Конечно. Я же бизнесмен. Ну, давай, раз мы партнеры, я на себя возьму всякие мелочи, строительство заводов, инвестиции. Согласую все наверху. А для тебя самое сложное. Будешь креативным директором. А что делает креативный директор? Напрягает мозги. Надо же разработать рецептуру, нужную консистенцию, в каких пропорциях смешивать. Главное для нас – продукт. Подождите, я запишу. Правильно, запиши. А для исследования нужны деньги. Вот тебе бюджет – 3000 рублей. Так что давай, креативный директор. Креатив! Спасибо. Я не подведу, Сильвестр. Опа! А куда у нас делся Сильвестр Андреевич? Мы же теперь партнеры. Я для вас Кузя. Значит, ты для меня Сильвестр. Логично. Ну все, давай, пока, партнер. О, прекрасная Татьяна. Позвольте поцеловать вашу прелестную руку. О, вы бронили платок. Ну, не беспокойтесь, ведь с вами настоящий рыцарь. Меня зовут Вероника Саар. Я актриса Тюза. Также неплохой опыт работы на телевидении. Передача «Час суда» играла ответчика и дважды свидетеля. Меня даже один раз посадили. Аллочка у меня очень хорошая, воспитанная девочка. Моя дочь. Это самое прекрасное создание на свете. Я заклинаю вас, возьмите ее под венец. Это я от себя добавила. Нормально? Эксперимент номер 76. Майонез провансаль и татарский соус. 1:5. Примерно. Вкус похож на эксперимент номер 24.
Отстой. Мало майонеза. Да блин! Да! Профессор Кузьмин, вы окружены. Отдайте секретную формулу. Где формула? Блин, Гоша, ну не мешай. Ну мне эксперимент, а ты сорвал запись. Все начинать сначала. Эксперимент номер один. Эксперимент номер один. Опасен для жизни. Майонез с перцем и кетчуп острый чили лучше не смешивай. Никогда. Еще я могу смеяться. Могу смеяться, как снежная королева. А то могу смеяться, как Настенька. Как Горбачёв. Спасибо, вы нам не подходите. Может, лучше со своей родной пойдешь? Ага. Танька, я чувствую, что моя идеальная мама где-то рядом. Здорово, Сильвестр. Как там наши заводы? Строятся? Проектируются. А ты чего не исследуешь? Все, сдался, бизнесмен? Нет. Я к тебе с отчетом. Вот. Это кетчунес. Попробуйте. Из 100 экспериментов это лучшие образцы, основанные на предпочтениях постоянных потребителей. Меня и... Ну, еще там. Образец 12. Лучше с пельменями. Образец 40. Создан для молочных сосисок. Образец 103. Универсальный, но слишком сложный состав. Там 2 разных кетчупа и 3 майонеза. Это ты реально один все сделал? Конечно. Весь бизнес у нас двоих держится. Что еще надо делать? Ну, иди, рекламные слоганы придумывай. А лучше всю маркетинговую стратегию. И приходи недельки через 2. Не раньше. Хорошенько подумай. Так я уже все сделал. Вот. Вся база по кетчунезу. Слоганы. Не мешай кетчуп и майонез. Покупай кетчунез. С кетчунезом даже вчерашние макароны, как сегодняшние. Не будь бабой, ешь кетчунез. И вот моя гордость, самый лучший. До чего дошел прогресс? Появился кетчунез. Я и название придумал. Кетчунес вкуси. А почему вкуси? Ну, типа сокращенно. Вместе с Кузей и Сильвестром. Не могу. Господи, как же они тогда жили? Терпели, что ли? Добрый вечер. Извините, что заставила вас ждать. Но не могла же я прийти на кастинг без маникюра. А расскажите о себе. Меня зовут Елена, мне 42 года. Все, мы вас берем. Тань, ты посмотри на нее. Она в свои 42 выглядит на 30. Вот это мастерство!
А еще я пробил по сырью. Помидоры лучше везти из Новой Зеландии. Считай, цена та же, а качество лучше. Я нашел в интернете список поставщиков, почитал отзывы, есть пара компаний. Я туда уже позвонил, они готовы сделать нам скидки. Молодец. Ты хоть понимаешь, что ты за день сделал годовую работу аналитика? Ты меня даже не удивил. Ты меня просто поразил. Ты чего греха таить? Я просто охренел. Спасибо. Я для общего дела. Молодец. Только понимаешь, сейчас не получится этот бизнес запустить. Такое дело я попытался, конечно, пропихнуть эту идею. Ну, наверху ясно намекнули, что, мол, не время для этого бизнеса. Блин, я так и знал. Ну, к тебе никаких претензий. Тут целиком мой промах. Не волнуйся, работа не пропадет даром. Вот. $500? Премия. Заслужил. Нифига себе. Сильвестр, что ж ты так подводишь, партнер? Не я ж один все решаю в стране. Так что давай, зла на меня не держи. Ну, конечно, Сильвестр. Ты не расстраивайся. Китченес еще выстрелит. Давай, пока. Подожди. И это, раз мы уже не партнеры, зови меня обратно. Сильвестр Андреевич. Ладно? Теперь я вижу, в кого Аллочка такая красавица. Ну что вы, она еще и умница. Аллочка у нас выиграла поле чудес межшкольное. Но, правда, она не разрешает мне об этом рассказывать. Мама, ну хватит меня хвалить. Хорошо, что ты не рассказала, как я стала мисс Универ 2007. Я бы умерла бы со стыда. Ну, ты, оказывается, еще и скромница. Вы открыли мне столько новых достоинств вашей дочери. Но главное достоинство – хороший вкус, раз она выбрала вас, Олег. Да, вы мудрая женщина, Елена Сергеевна. Что будете заказывать? Аллочка, может быть, бокал вина? Я, пожалуй, выпью коньячка. Елена Сергеевна, вы что-то будете? Нет, нет, ничего. Елена Сергеевна, давайте чуть-чуть. За счастье вашей дочери. Ну, разве только чуть-чуть? Угу. Водочки грамм 50. Хотя... Нет, лучше 100. Ну, тогда можно заказать еще огурчиков, а под огурчики еще 150. Так на чем это я остановилась? А, тост! Так вот, мужики бывают трех видов. Хахаль, трахаль и выхухаль. А ты, собственно, кто? Прекрати немедленно! Доча, перестань пихать. Под стол. Так вот, женский тост. Давайте же выпьем за то, чтобы не они нас, а мы их. Что с твоей мамой? Она нездорова? Олежек, да это пьяница мне не мать! Она мне вообще никто! Да как ты смеешь так говорить о родной матери? Да я же тебя рожала вот этими вот руками! Не слушай ее, Олег! Да я с ней только сегодня познакомилась! Это актриса, я ее за 2000 наняла! Верни аванс! В смысле наняла? Ты хотела меня обмануть? Моя мама, которая настоящая, она плохо одевается и полная, и... Родители – это святое.
все. Больше мне не звони. Пипец. Ой, мама! Что это? Таня, не бойся, это я, рыцарь. То есть Саша. То есть я рыцарь Саша. Саша, ты так странно выглядишь. А почему ты лежишь? Просто я ждал тебя, хотел сделать сюрприз, а потом устал. Дай, думаю, лягу, отдохну. Ой, Саша, так это ты для меня нарядился рыцарем? Ну, да. Ты же сказала, что мужики измельчали. Вот, а я не измельчал. Только я встать не могу. Ноги не снимаются. Ну и ладно, они не мешают. Так даже романтичнее. Видал, Гошан, прибыль с бизнеса. Неужели сработал? Пока нет. Мы с Сильвестром Андреевичем решили проект отложить пока на полку. Просто рынок еще не готов для такого революционного продукта. Понимаешь? Понимаю, не готов. Но я получил премию. Все правильно. Я поработал, а Сильвестр нет. Поэтому Кузя получил деньги, а Сильвестр нет. Жестокие законы бизнеса. Еще можно сметану сразу с сахаром выпускать. Назовем сметахар. Можно еще прищепку такую сделать, чтобы чайные пакетики отжимать. А еще выгодный бизнес. Пустые папиросы продавать. Но есть своя целевая аудитория. Вот. Готов каждую идею продать за 500 баксов. Чего? Денег решил срубить, лысый? Нет. Бизнес предлагаю. Ты кого решил надуть? Мавроди одноклеточный. Ну а что, Кузя же вы дали? Да Кузя, знаешь, сколько пахал? Что за молодежь пошла? Никто работать не хочет. Одни менеджеры в стране. Шалван, халявщик. Сметахар.